В свет вышло уникальное издание «Антология современной поэзии народов России». В нем представлены произведения 5 поэтов Чувашской республики. Геннадия Айги, Николая Смукова, Марины Корягина, Любови Мартьяновой, Петра Якузана. Презентация книги прошла в Национальной библиотеке республики. «Антология современной поэзии народов России» – федеральный проект, который не имеет аналогов в отечественном и мировом книгоиздании. По словам министра информационной политики и массовых коммуникаций республики Александра Иванова, «Чувашия» представлена самым достойным образом. В сборник вошли современные авторы, чьи произведения получили признание профессионального сообщества, нашли теплый отклик у читателей. «Антология современной поэзии» стала первым из 3 запланированных томов. Еще 2 будут посвящены детской литературе и прозе. Выбирали произведения для сборника региональные редакционные советы. В Чувашии эти функции исполнял Совет по реализации государственной политики в области издания социально значимой литературы. В антологию современной поэзии народов России включены оригиналы поэтических произведений 229 авторов на 57 национальных языках России, художественные переводы стихотворений на русский язык. В книге есть и обзорные очерки о каждом литературном языке и поэтических традициях народов России, краткие справки об авторах.